И снова здравствуйте, всем привет. Итак, значит, вот такая анимация получилась, где кузнец, значит, кует железку. В принципе, неплохая. Я потом еще тут подшлифую. И, значит, надо переделать. Сделаю свой пень и свою наковальню. Кому будет интересно, как это будет делаться, ролики потом будут, да? Теперь, значит, что нужно сделать? Удалить наковальню вот эту. Все поудалять и сделать так, выбрать нашего персонажа, сделать файл postmod английская а и попробовать так, где у него тут что, так, это delete анимации, и на первом кадре, значит, руки только не выбираем. Так, и не выбираем, значит, глаза. Так, это как у нас получится? Так, давайте посмотрим. Alt-G, Alt-R. Так, хреново. Так, молоток. Английская А, выбираем через Shift, снимаем выделение молотка, плоскогубцев. Потом, значит, так. Делаем Alt-G, Alt-R. Как-то так-то, да? Так, еще А, И прописываем нашего персонажа, заходим в Object Mode, удаляем, значит, железки, вот эту всю штукатень. Так, нормально. Так. А вот с руками ненормально. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, что тут не так? Английская, так, вот эти вот выбираем. Вот эти выбираем. И делаем Ctrl-I, Alt-G, Alt-R. Так, Ctrl-Z. Еще вот кусачки не выбрал. Alt-G, Alt-R. Так, все, это нормально. Прописываем пока И. Теперь заходим в Object Mode, удаляем, значит, эту металлическую хрень и подкову. Так, теперь импортируем сюда, линкуем файл link, линкуем коня. Это будет, значит, Mustang. Мустанг-ковка. Делаем коллекцию. Закидываем коня. Единица на нампаде, делаем S. Семерка на нампаде, делаем R. Перекрутку. G. Подставляем, значит, коня к нашему персонажу. Так. Ну, в принципе, по росту все подходит. Все нормально, наверное. Так, выбираем теперь нашего персонажа, заходим в PostMod, N, панель, скринкаскей включен. Так, теперь есть у нас площадка, так, есть у нас, давайте сначала ногу отведем персонажу и посмотрим, как это все будет выглядеть. Так. Так, R, он наклоняется. Так, площадка переносится в бок. Колено уходит в бок. Нога уходит, G еще назад. Чуть еще в бок. Так, эта нога
уходит сюда. Смотрим, чтобы ниже уровня земли ничего не опускалось. Так, теперь тройка на нампаде G. Так, Ctrl-Z не нажалась. Не выбралась кость. Так, как-то так он садится. Так. Так, семерка на нампаде R. Можно попробовать еще его подкрутить. Так, ну, чтоб ногу было видно, да? Теперь, значит, R, он наклоняется. Это рука. Выбираем Alt-G, Alt-R. Сбрасываем все анимации. Делаем R-G. Подтягиваем ее, значит, к нашему копыту. Угу. Рука у нас западает. G. А ну-ка, R. R тоже делаем перекрутку. Так. Теперь у нас получается, вводим ключицу. Так, G. Вот колено тут у персонажа что-то высоко. Так, 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 так. А ну-ка, это R. Рука чуть расслабляется, приподнимается. Лежит на колене. В принципе, нормально, да? Так, теперь. Эта нога, возможно, чуть-чуть по... ближе к нашему коню. Делаем докрутку таза. Посмотрим, что нам это даст. Вот так вот, да? Есть такое дело. Теперь выбираем руку с молотком. И как он будет бить. Видите, что... А пусть он бьет из-за внутренней части, да? Так, а ну-ка, G. Ключицу эту мы ему тоже доведем. Так. G. R. Доводка, подводка под коня. Так, и получается, значит, R, G. Так, R, перекрутка кисти. А, и прописка. На 10-м кадре R кувалда, значит, молоток опускается. А, и прописка. Потом на 20-м кадре опять же поднимается первый кадр, да? Shift D. И на 30-м 10-й кадр Shift D. Так, смотрим, что получилось. Так, есть такое дело. И, значит, продлеваем все это. Значит, сначала вот эти дорабатываем. Так. Угу. Чуть-чуть заставим двигать спину. Вот так вот. Раз. А, и.
Прописка. Так, а какую я двигал? Вот вопрос, да? А ну-ка. Удалим пока так. Первый кадр. Удар. Так, вот эту косточку еще доведем. И прописка. Так, колени заставим тоже на 20 кадре, значит, G дернуться. А, и. И, значит, еще что у нас? Так, а ну-ка смотрим. Так, эти колени удаляем. И на 30 кадре что-то. Так, вот это значит на каком был? На 20. Давайте G переведем на 30 позвоночник. Раз. Так, 30-й, 40-й. Таз докручиваем. Создаем какое-то движение, там, чтобы суета какая-то шла. Так, на 50-м. Чуть-чуть пусть вперед нагнется. А, и... Так, так, так. И на 60-м ставим первый кадр. Shift D. Так, выбираем, значит, кулак, где он бьет. И три кадра, вот эти Shift D. Перетягиваем, значит, 40-й, 60-й. Ставим 60 кадров. А, Shift D перетягиваем. Так, вот здесь вот, где он бьет, у него раз и пауза, да? Значит, на промежутке здесь он приподнимает. Давайте на 35-м вот этот кадр, а ну-ка, чтобы он посмотрел, что он там делает, да? Здесь все равно задержка. Так, а ну-ка, в бок уводит. Прописываем И. Так, а вот здесь уже нехорошо, что он где-то виляет. Раз, два... Так, на 40-м, значит, дописываем только руку, молоток, R. Ставим прописку. Так, на 35-м R, а ну-ка убираем G. Руку как бы расслабляет. Вот так вот.
большой резкий переход. Тут, а ну-ка, раз, два, оп. Значит, тут нужна задержка. Английская А. Выбираем. И, значит, до 40-го G передвигаем. Ну, давайте на 50-й ставим 70 кадров. Тогда, раз он здесь положил руку, давайте вот эту вот руку выберем. И 35-й кадр, Shift-D, сделаем задержку до 45-го. Так, неинтересно, здесь он бьет и уводит по другой траектории. А ну-ка, G. Так, а ну-ка, G уводит молоток. А, и прописка. Так, G на 35-й. Так, на 35-й. Так. Маленькая задержка. Видите, он должен посмотреть тут что-то. Еще головой посмотреть. Получается тогда А. G еще отводим где-то до 60-го кадра. И получается секунды. Так, это 10, 20. Ну, 1,5 секунды будет задержка. Это нормально. 85 ставим кадров. Тогда получается 35-й. Так, Shift-D. А ну-ка, проверяем. И 60-й Delete. Так, 35-й, тут задержка, значит, R. Так, еще побольше ее опустим. И тогда 35-й, Shift-D. Копируем, а ну-ка. Все, вот он раз, посмотрел, поднял и опять начинает бить. Так, что у нас тут происходит? Задержка. С 30-го идет задержка, чуть перекладка. Так, тогда здесь. Так, на 35-м он кладет, значит, это дело. Теперь, значит, R, G уходит в бок и, значит, смотрит в бок. А, и прописка. Так, а на этом кадре возвращается назад и смотрит. Давай на коня. Или подумал там что-то. Так, вот это дергание тоже не есть хорошо. Так, а ну-ка, Shift-D подставим сюда.
Так, 75-й попробуем удалить, чтобы мягче было движение. Не надо ему так сильно дергаться. Стучи, да стучи. Во. Так, тогда на 70-м. Ну, чуть-чуть тогда доводочку сделаем. Так, на 45-м тоже доводочка. Так, здесь если доводка идет, видите, прикольная доводка, но не двигается у нас молоток. Так, а ну-ка, G. Так, И. Так, а ну-ка, G, отведем молоток сюда. И что еще тут получается? Так, и вот эта вот рука, G, чуть-чуть тоже двигается. У коня тоже ж нога будет двигаться, правильно? Так, а ну-ка. Ну вот, уже больше задействовано частей, уже более прикольная анимация будет. Так, что тут еще? Раз, ударил. Раз, два. Так, на 35-м, что ты тут делаешь с ним, да? Так, а ну-ка, R. А ну-ка, и прописка. Идет. Так, а ну-ка, идет удар. Идет удар. Потом подъем, задержка, задержка. Потом идет. Так, вот здесь уже должен идти подъем, так? Значит, на подъеме, раз, он как бы замахивается и вот так вот в бок отводит, да? Прописка И. Смотрим, что не так. О, не понял я. Тут бьет, потом, значит, смотрит. Так, здесь он уже, ну правильно, 65-й поднимает, на 75-м он должен это дело R, G опустить. И, значит, поровнее все это дело перекрутить и попасть по нормальному гвоздю, да? Так, а ну-ка. Так, тут идет задержка. А ну-ка, если... Тандын, тандын. Подъем идет. И попробуем еще, значит, поиграться ключицами. А ну-ка, R. А ну-ка, G.
и прописка, и значит вот это Shift D опять на первый кадр, чтобы было зациклено. Так, смоем теперь. Тандын, тандын. Он бьет. На 30-м кадре, а ну-ка, следующую ключицу, G, тоже приподнимаем, и 30-й, значит, 30-й она поднимается, 60-й, 60-й G она опускается, и здесь уже она должна приподняться, наверное, чуть-чуть. И тогда Shift D делаем на первый кадр. Так, тогда эту ключицу с этого кадра 35-го удаляем, чтобы не было дерганий сильных. Вот, тут помягче теперь будет переход. И на 40-й ее тоже можно прописать. И на 50-й, чтобы было помягче. И на 80-й. Но это потом можно остальные добавить, чтобы уже нормально все двигалось. Так, что-то тут не хватает. А не хватает вот это движение ноги, вот так раз, и чуть-чуть она скользанула. Так, а если это скользануло здесь, то это должна скользануть, наверное, где-то на 20-м, а ну-ка. Даже не скользануть, она чуть перекрутится, как бы, да? Ctrl-Z, а ну-ка, эти попробуем. Ну да, где-то вот так она должна сидеть. Это значит А, И. Выбираем вот эту вот шайбу. И значит она будет постоянно так. А ну-ка, раз. Так, тогда вот это скольжение на каком я делал? На 30-м. Так, вот он, да? Так, мы его ликвидируем. Так, чуть-чуть тогда делаем R. Тоже приподнимаем. И добавляем просто подкрутку кверху. Так, вот что мне не нравится, это вот эти вот два гаврика. Так, этот значит на сводку, и этот тоже на сводку. Прописываем их на 49-м. Переводим на 50-й, чтобы не путаться. Так, тогда эти удаляем. Здесь, где они тоже находятся. Так, вот этот delete тогда.
Так, и что получается-то? Опишем еще какую-то косточку, да? Ну, чтобы движухи больше у него создавалось. А ну-ка, R. В принципе, ничего, так нормально стучит. Рука чуть-чуть подводит, там все держит, зажал, красава. Все это смотрим. Так, тут можно пень какой-то ему или скамейку подставить, чтобы более-менее нормально он там сидел, да? Так, ну снимать лучше, конечно, вот с этого ракурса, раз под него все это дело делалось. Так, тын-дын-тын-дын. Ну, в принципе, нормально. Фартук чуть-чуть перепрописать, подтянуть. Так, что еще можно сделать? А ну-ка, вот этот файл, все сохранено. Теперь удаляем коня, delete. Этот файл сохраним, кузнец, save as, это будет кузнец, ковка. О, на английский переключился неожиданно. Так, сохраняем, да? И теперь заходим к Мустангу, файл open. Мустанг ковка. И линкуем сюда, значит, нашего персонажа. Десктоп, кузнец. Вот этот файл. Семерка на нампаде, делаем ему S, делаем ему R. Теперь наоборот, видите, да? Его будем крутить G. Подгоняем, смотрим, чтобы он стал как и был. Так. G. А ну-ка. По копыту ли он бьет? Так, видите, что здесь уже чуть-чуть нужно его больше делать. Что-то он вообще больше стал. Не есть гуд. Угу. Тройка на нампаде. Вроде бы он на ноге стоит. Так, а что ж не так? Где ты? Так, так, так. А здесь уже... Опа, а это тогда выше. Так, поднимаем еще выше до копыт. Так, так, и надо, чтобы он попал по копыту. Значит, вот так где-то его ставим. Так, и раз он так низко, чуть-чуть его повыше еще подставляем. Вот. И здесь ставим, сколько там было, 70.
Так, а ну-ка. Так, 86. Так, тогда выбираем риг, значит, лошади, заходим в пост мод и смотрим, что, ух, ё, тут цвета-то теперь как. Значит, 10-й он ударяет. Здесь она чуть-чуть, значит, G копытом трепыхает. Можно даже вот так. R, вот так вот сделать. Что-то маловатое движение, а ну-ка. А ну-ка, G. А, и пропишем всего коня. Вот тогда лапа движется. На 30-м он, значит, тоже лупит. Что может сделать конь? Так, раз. R перекрутить. И. А, и прописка. И на 45-м, так, значит, G, оп, Ctrl-Z, G. И на 50-м он ее протягивает как раз. Так, тут же тоже хвост там что-то мотыляется. А, так, а ну-ка, хвост G. Прописка. Так, теперь вот этот хвост весь выбираем, удаляем ему анимации, и на первом кадре у него хвост, значит, должен быть G вот тут вот. Во. Вот это еще нормально маятник. Так, потом тут у него идет зависание. Выбираем полностью хвост. Вот это значит G. Переведем на 40-й. А здесь значит... Первый кадр Shift-D поставим на конечный. А ну-ка смотрим, что получилось. Так, не есть good. Так, это значит G. Так, а это значит G чуть с выпрямлением, да? А, и... Так, тогда Shift-D копируем на последний кадр. Угу. 40-й тогда, ну-ка, G. Так, тройка на нападе, значит, как бы задница там чуть опускается там. Вот где он топает, там вот
раз, ногу поднял, задница чуть раз приподнялась, допустим. Потом, значит, Дена упускается. Вот здесь. Один кадр делит. Вот, создается движение задницы хвостом, вроде что-то этакое. Так, теперь. Вот он ударяет. И на 30-м кадре, значит, лошадь опускает голову. И как бы к нему, к этому. Вот так, да? И значит, чуть-чуть на него как бы наезжает. А, И. Так, это у него 30-й, да? Так, на 60-м тогда он возвращается, да? Назад. И значит, R голова в эту сторону может покрутиться. О, вот так ее вытянем. А, И. Здесь он. Что-то порыгочит это. Как они там. Типа иго-го там. Вот так, да? Так, и тут что-то такое еще, ремни пусть поопускаются немножко там, поднатянутся где-то там, джи, обвиснут чуть-чуть на 30-м, да, так, ну, вот уже какая-то движуха создалась, и пусть ремена немножко покачаются, да. Подведем, значит, G на 20-й, не путаем кадры. Так, ненужные кадры удаляем. Так, и тогда это на середину ставим, это G. G где-то это 80-45 кадр. Угу. Так, еще чуть-чуть здесь поправляем. А на этом чуть-чуть уменьшаем движение, да, так раз, ну, чтобы трепыхание легкое было. А, И. Тогда это, значит, Shift-D ставим на первый, по-моему, да? Ну, да. Так, ну, в принципе, что, нормально. Так, теперь на сумке поправить. Можно еще больше добавлять, значит, анимаций каких-то. Так. Смотрим, как сумка легла на коня.
чтобы все точно было. Так, а ну-ка, G. Ну вот так будет нормально. Как это выглядит с этого боку? Надо вот, видите, что персонажу что-то подправить задом с костями. Надо переделать его, наверное, риг. Что-то тут кости, видите, где колено поставил Миксама. Очень высоко, это не есть гуд. Нужно будет все это дело переделать. Я переделаю, и вот эти все файлы будут заброшены, значит, для скачивания. Если кому-то пригодятся, значит, сохраняем вот это дело. Так, как бы его лучше сохранить, в коня или в этого? Ну, давайте тогда вот этого персонажа delete. Этому, значит, файл save. И зайдем в файл open, найдем кузнец ковка. Посмотрим, как там все изменилось. Так, не понял. Дин-дин-дин-дин-дин. Залинкуем тогда еще раз мустанга, не проблема. Так. Так. Думаю, коня еще побольше нужно сделать. Так, раз. Так, а если конь побольше, то чуть-чуть его у нашего персонажа. Зашибись, а чё? Только у этого персонажа что-то теперь рука заваливается. Надо вот эту штуку поймать, наверное, колени вот эти. Ну ничего, так, а ну-ка посмотрим, что тут нам даст этот персонаж. Файл postmod, а ну-ка. Ну это у нас фартук, да? Так, ладно, сейчас фартук еще посмотрим. Object mode. Выберем фартук. Так, создадим, значит, шипки. Зайдем в sculpt mode. И попробуем что-нибудь тут. Вот так вот поднатянуть, да? Во. Так, ничего, подтянем, ничего сделаем.
Так, делаем прописку и заходим теперь в Object Mode, выбираем нашего персонажа. Так, что у него тут? Так, найдем Sculpt Mode, добавим Shift Key, добавим его до упора и попробуем вот здесь так быть не может. Во. Ну, вот так еще как бы поверю, да? Там еще колени как-то припустить. Вот тут. Ну, попробуем так еще прописать. А ну-ка, раз. Ну, вот с шипкеями более-менее уже и задница у него появилась. А ну-ка. Вот здесь вот попробуем горбину, мать ему, опустить. Вот, колени должны где-то вот тут быть. Вот что-то с коленями тут ненормальное. Ладно, сейчас подправлю и потом все это закинем. Так, вот эта штука будет, значит, в группе, да? Так, этот шипки один, второй можно удалить. Я его не буду использовать. Получается, что... Но если сейчас вот ему тут табуретку поставить, то вот это дело вроде бы как скроется, да, будет, ну, вот более симпатично. Где эту табуретку только взять? Ну, давайте попробуем так, append mesh, добавим, так, цилиндр. Выберем цилиндр, сделаем S. Представим, что это пень. Сделаем ему S, и как раз если это пень, то он должен как бы перекрыть какую-то часть, да? Так. И чуть-чуть ее G опустить. Вот, согласитесь, да, уже не так все это дело страшновастенькое. Этим, значит, с формой тела. Ну а вот в таком виде, если сейчас вот еще поставить какой-нибудь материал на этот пень, допустим, виртуальный, раз там, ну какой-то вот такой, да, ну вообще нормально, нормально тогда можно и с боков показывать, и в обкрутку. Вот. Ну да, моя ошибка, что нужно было сразу делать на пень. Ну и опять же колени, вы видите, что от пятки до колена очень большое расстояние. Нужно риг, почему-то так назначил, значит, миксама. Ну, переделаю и вам сейчас все это дело закину в группу. Если кому-то это надо. Так, файл вот это я сохраняю. Так, и не знаю, вначале показывал я вам, нет, где кузнец кует, да? Так, вот такой у него рик. Видите, что колени, в принципе, не так уж высоко. Где тут у него? В Edit Mode зайдем.
Ну да, вот они приподнялись вот эти. Но это настройка у них такая. Нужно вот этот тоже опустить еще прям пониже. И вот эти тоже косточки, видите, где он таз сделал. Прям пониже. Заходим. Так, давайте попробуем переписать. Ctrl-P. White Automatic Widget. Посмотрим, как у него теперь тут поднимаются ноги. Да что ты? Да что ты не переключаешь? Так, а ну-ка, G. Не, видите, что все равно он их делает выше. Наверное, потому что привязка у него, значит, ну, тянет на себя, наверное, фартук. Поэтому. Ну, ничего. В принципе, любой косяк можно обыграть. Что-то подправить, что-то сделать. Вот тазовая кость у него, видите, где поднята. Хотя я ставил, делал рикму без фартука. И там все видно. Ну, загоны у Миксама тоже по моделям есть такие разные. Так, что тут? Вот у него походка тут, если кому-то нужна. Файл сейф. И значит, где у него тут еще? Так. Open. Ну и вот я вчера делал, значит, еще повторюсь, если говорил в начале ролика, бывает забываю. Вот он тут, как говорится, кует. Ну, вот такая информация. Если кому-то интересно попробовать вот это, эти анимации именно с кузнецом, там, где он что-то кует, что-то там кидает, возможно, что-то выгинает, то вот, пожалуйста, будет это все для скачивания.